Итак, всем привет, меня зовут Денис, вы на канале Фред Дэвис Плей. И мы сегодня начинаем новую часть темных картинок. Название не помню. Ладно, сейчас увидим все равно. Выбор сцен, у меня их нету. Вроде бы звук настроил, все настроил, посмотрим. Если что, потом все это перенастрою, переделаю. Так как я видеть это не могу. У меня нет второго монитора, поэтому начинаем. Ага. Жить будет. А, подожди-ка. Это все истории здесь? Смерть не смерть. Новая история. Ну хорошо, давайте с самого начала тогда, правильно? Жить будете. Вас ждет проверка на прочь. А, это эти самые. Средние, не средние, так. Сложность, сложность. Серьезные. Щадящие. Ну давайте на серьезном, да? Или нет? На каком? На серьезном? Да, давайте на серьезном. Вас ждет проверка на прочность. А здесь что? Смерть неизбежна. Да, давайте на серьезном. Интереснее же будет, правильно? Да, я считаю, да. Так что, давай. Чё? А там-то грузится. Так у меня не это сам, я мышка. Ага, все. Понятно. Ну, как будто загрузился, ничего себе. 3060 это тебе не это. Little Hope. Маленькая надежда, я так понимаю, да? Закусочная у дороги. 12 чем-то там. Просто на мужика смотрел. Бля, тут качество так повеселее. Реально говорю. Я думал, уже скример будет. Музыка такая. Наводящая на скример. Ты посмотри, как тут музыка берет, да? Вроде ехал такой, в итоге ничего. Детройт. Ой, Детройт. А, английском я не силен. Сейчас привет, Джек. Ля-ля-ля, фараля, как обычно бывает. Добрый день, спасибо. Да. Что такое? Причем здесь спасибо? Впереди не проехать. Авария. Пришлось дорогу перекрыть. Ясно. Мы направляем всех через Little Hope. Все нормально? Вас ничего не беспокоит? Все нормально. Просто хочу довести своих пассажиров. Вряд ли их потревожит небольшая задержка. Пассажиры есть? Дорога на восток. Как раз через Little Hope. Я думал, он один. Времени почти не потеряете. Это тебе надо, типа, главные герои, я так понимаю, да? Ну, у него в этом самом. В салоне. Это такой, этот самый. Тю-тю-тю, как его? 13-я пятница. Точно такой же мостик. Один в один вообще. Тут что будет, 13-я пятница? Хоккейная маска, ты или это?
Еще немного, и вы в жетоне дырку протрете. И давно вы в завязке? Уже почти 3 месяца. Неплохо. Я слышала, первые 90 дней самые тяжелые. Знаю, это глупо, но мне все равно легче, когда вы ремнете. Первые 90 дней. 2 недели вообще жопа. Ерунда. Небольшое. Это не ерунда. Спокойно. Все хорошо. О, Джон, не говорите со мной таким тоном. Можете потише. Ёпта, девочка. О, здрасте. Небольшая, говорит, авария. О, рессоры. Курс изменен. Ну, конечно. Конечно, появилось, идите налево. На дорогу надо было смотреть, мужик. А там что-то живет даже. Ну хватит, Джеймс. Ты знаешь, как меня злит, когда ты не принимаешь меня всерьез. Я знаю, дорогая, но у меня был трудный день. Неужели они опять за старое? Ну да. Напился. Интересно, эта девочка главная героиня? Я просто посмотрел с парнями матч, милая, и все. Как же все? А то я не вижу. Прошел слух, что кого-то могут сократить на фабрике. Ты годами это повторяешь. Меня больше беспокоит Меган. А что с Меган? Ничего такого не вижу. Ты как напьешься, ничего не видишь. Слепой. Преподобный Карлсон задержал ее после молитв. 4-й раз подряд. У нее проблемы, это важно, Джеймс. Ты слишком над ней трясешься. Мне сейчас не до этого. Какой сюрприз? Толку от тебя никакого. А когда тебе будет до этого? Ты придумала проблему на пустом месте. Делаешь из мухи слона. На пустом? Да вся семья на мне одной держится. И это, семья? По-твоему, пустое место? Это мамка и его. Хоть бы раз бы помог мне. Может, будь у нас свои дети. Ничего такого бы не было. А вот это просто подло. Уже помоложе выглядит. Ты не видишь, как мне из-за этого тяжело? Не только тебе тут тяжело. Дела на фабрике идут совсем скверно, Анна. Я не шучу. Не сейчас. Но очень старая. Не сегодня. Черт. Это походу сегодня. Энтони, дом семьи. Это ее новая фишка. О, тут чуть-чуть по-другому. Так, она всегда поздно. Оставь ее, она всегда поздно, оставь ее. Не, ну оставь ее. Да уж, ну хоть кому-то из нас весело. Оставь ее. Да мне его жалко. Парень явно ей не пара. И этот его стрёмный New Age напоминает какой-то жуткий культ. Он тут заходил на днях. Мы слегка потолковали. Он клёвый. Это классика. Великий альбом. Слышь, перестань её лапать. Все, папочка пришёл. Биг Дадди. Разуй глаза, тут же пластинки. Не надо с ней так жестко. Она случайна. Меган, все происходит случайно. Ой, боже мой. Какие же все такие этики. Кто ты? Замерзла. Мадемуазель. Если дверь не починит, придется через окно залезать. Опа. Васа книга. Как дела? Знаю. Он опять налокался. Они грызутся с тех пор, как отец вернулся. Что на этот раз? Так, хорош папа, ша, а? Отец напился. Ну все. Отец напился. Кто бы мог подумать? Они все время ругаются. У нее зеленые глаза? Как старая заезженная пластинка.
Деннис, я тысячу раз говорила, чтобы ты отнес свой хлам на чердак. Эй, а нельзя повежливее? Это не хлам, а редкая и очень престижная коллекция. Хлам. Как будто она в прошлой жизни сержант. Хе-хе. Такой хлам сейчас продается, ого-го. А с ним-то что? Он такой козел. Ну ладно, не, ну что с ним? Да все как обычно. Он просто Деннис. Какой сюрприз. Деннис, а? Или Денис-то? Тезка, епт. Походу, тезка первый Деннис отойдет. Эй! Не сейчас, я занят. Походу, эта девочка что-то... Ага. Эй! Успокойся ты! Ух ты, бля, помоха. Сука, я ж дернулся. Напугала, милый. Вы тут говорили обо мне? Не сейчас. Ни хрена себе, у меня аж рука дернулась. Я хочу принять ванну. Ух ты, ёлки-палки. И отдохнуть от этого дурдома. Не говори. Дурдом полнейший. Сейчас девочка будет веселуха, да, я так понял? Может, поговоришь с предками? Мне лучше не встревать, ты же знаешь. Я могу сделать только хуже. Кажется, на этот раз все серьезней. Они говорили о Меган. Она что-то натворила. Меня это не удивляет. Кого-то с она похожа. Точно что-то не так. Не понимаю, чего к ней все цепляются? Ладно, мистер благородный рыцарь. Где там мелкая принцесса? Где-то я ее видел. Меган наверху. Посмотри, как она. Если ты не слишком занята. Пойду к ней. Что посмотреть, да, нажать. А смысл спички обычные? Что тут смотреть? Можно как-то вытащить их, говоришь? Ой, боже мой. Газ никуда уходит. А что это такое? А почему? Раньше было S, кажется. Что сейчас с мышкой, не понял. Присмотри за своей сестренкой, ладно? Мама беспокоится. Ага. Ничего, пап. К ней сейчас Таня пошла. Попробуй сам такую семью вырастить. От вас бы сам дьявол сбежал, поджав хвост. Да, ладно. У каждого свои нюансы и проблемы. Что ты начинаешь? О, вы пошли, давай. О, побродим сейчас. Узнайте, как дела у Тани пошли. Наверх. Эй, Таня! Ты там? Как дела у Меган? Не знаю, не нашла ее. Давайте потише. Здесь люди спят. Доигрался. Цербер проснулся. Хрен с ним, найди Меган. Иду, иду. Хрен, говорит, с ним. Будь любезен. Не ори хотя бы пару минут. Очень хочется тишины. Да. Ты ведь у нас всегда такой тихий. Слушай, остряк. У меня был трудный день. Из-за чего вообще вечер? Проверял, как там Таня и Меган. Ну, удачи вам. Меган не подарок. Ай, ёпты.
Якой ты скучный, идите налево. А что-нибудь посмотреть можно? Какие-то книжки, шмышки. Что-то было на столе, как быстро ходит. Нажали. Обязательное прочтение для всех? А ну, открой ее. Не открывает, да? Да, не открывает. Ну ладно. Посмотрите. А чё, блин, раньше было чуть-чуть по-другому. Суды над ведьм... Что такое? Чё так быстро? Бери. Над ведьмами. В новой Англии. Что написано? Музей Little Hope 799. Открыть нельзя никак, да? Ну ладно. Ладно, ладно, положим, положим. Что еще? О, дверь, дверь, дверь. Энтони, где тебя носит? Пош... Энтони, куда ты провалился? Энтони, это уже не смешно. А почему здесь Энтони? Энтони, если ты мне сейчас не ответишь... О, девочка. Ты прав насчет моей семьи. Что? Согласна. О, Таня, прекрасно. Что такое? Мерзавка меня закрыла, а тут не жарко. Сейчас открою, только полегче с ней. Минуту. Ага, откроешь ты. Ёп, да ну ладно, так быстро все это загорелось, да ты ж. Чёрт. Ты там? Не пойму. На кухне пожар! Ты серьезно, что ли? Она, получается, убрала тех, которые не нравились ей, и те, которые делали ей больно. Ну, типа, батя, мамка и старший брат Деннис. Так да получается. Энтони, спаси! Эй! Энтони! Эй! А, теперь наверху! Выбрать кого-то, да, надо? Какого хера ты там делаешь? На чердаке застрял! Лезь на балкон! Энтони, где ты? Бери лупиди этот самый. Я не могу дышать. Капец, это да. За пара. Ой, девочка. Да ну на. Так быстро сгорели эти самые доски. Ух ты, рука на голове. И это задохнулось, да? Капец. А малая? Помощь! Ай, кого спасать, да? Ну, конечно, я спасу Таню. Что, я дурак, что ли? Все, аривидерчи, она все равно уже сгорела. Энтони! Сюда! Что мне делать? Прыгать, ёпты. Не так-то и высоко. Лезь в окно, лезь по трубе, лезь по трубе. Попробуй слезть по водосточной трубе. Да,
Ай-яй-яй, скользко, да? Только не надо это самое. Бля. Это ж надо было так. Ну, короче, в итоге на любом случае один остается. Это ваши шарфики. Сейчас и этот откинется. Да. Охренеть. Да, в итоге она все равно потухла бы. Все понятно, короче. Побежал. Предыдущей части тоже мы профукали всех, так что тут походу в любом случае профукаешь. Уф, какой симпатяшка, симпапуля, симпатяшка. А раньше были просто картины. Прикольная музяка. Ой, я шлю этот самый, 13-я пятница. Джейсон, Джейсон. Типа у него двери, ход дверей, типа. А, каждая дверь — это история. Все понятно. Здрасте, обратно мы вернулись к вам. Это вы? Не прошло с и дня. С возвращением. У меня есть новая история. Угу. Не похожая на прошлую. Нет? Уверен, беспокоиться не о чем. Угу, конечно. Эта история пока не завершена. Написана не до конца. Просру и всех. И ваше решение ее закончит. Сразу говорю. Всех просру. Всех. До единого. Пожар? Нет, на него вы не могли повлиять. Что случилось, случилось. Или нет? Думаю, лучше смотреть в будущее. Жизнь только тень минутная, да? Угу. Сейчас вы посетите непонятный, может, тревожный мир. Насколько тревожный, зависит от того, во что вы поверите. А насколько непонятный — от выбранного вами пути. В прошлый раз ты за столом сидел. Есть бесчисленное множество направлений, по которым можно пойти. Мы редко обладаем всей информацией, но мы должны делать выбор.
и надеется достичь ясности. Ну и желаемого результата. Как и в жизни, ваши решения важны. Ваш выбор затронет судьбы других. Вы видели начало истории. Так много смертей. Сколько их еще будет, зависит от вас. Все. От решений, которые вы примете. Все, сука. Вам ближе рацио, эмоции? Слушаете разум или сердце? Верного ответа нет. Иногда лучше одно, иногда другое. Позвольте дать вам один совет. Всего превыше верен. Будь себе. Но я здесь, чтобы фиксировать ваши действия, а не помогать вам. В прошлый раз я двоих потерял. Я ведь не должен вмешиваться. Читер. Двое только остались. Не мое дело. Очевидно. Но мне позволено делиться с вами мудрыми изречениями великих рассказчиков прошлого, если я посчитаю это уместным. Да, и еще кое-что напоследок. В Little Hope есть картины, которые показывают возможное будущее. То, что произойдет. Окей. Или же нет. Окей. Ищите. Они могут помочь. Вам пора на похороны. Идите. Счастливо. Прошлый раз мне как-то не сильно помогли. Да иди ты. Никто из собравшихся не знает, почему произошел этот несчастный случай. Но мы можем утешить себя мыслью, что семья теперь вместе. Навеки. В любящих объятиях. Таньку жалко. Одинаковые эти самые. Ёпрсятые зонты. Ох, ё-моё. Эндрю, 18 лет, студент колледжа Тревора. Тревога. Зашибись, тревога и там, и тут. А что такое? Тайлор, 22 года, студентка колледжа. Упрямость. Джон, 43 года, профессор колледжа. Да ёпрасе. Где Дэниел? Я не вижу его. Не знаю. Тайлор... Место аварии, 23. Может, поможете? Хватит дурака валять. И что мне сделать? Чего вы от меня хотите? Позвоните. Нам нужна помощь. Джон упал. Отойди ты в жопу. Гениально. Я уже пыталась позвонить. Нет сигнала. Попытайтесь еще. Козин. Надеюсь, он это разглядит. Правильно. Я такого же мнения. Эндрю, дружище, как вы? Где мы? Что случилось? Автобус разбился, но все целы. Напугались только. Понятно. Обосрались. Я никакой аварии не помню. Похоже, вы в шоке. Еще и сотрясение может быть. Вам надо прийти в себя. Не двигайтесь. Сидите. Вот дерьмо, бесполезная дрянь.
кусок говна. Так, успокойтесь. Мы что-нибудь придумаем. Блин, где телефон? Дэнди, он 20 лет. Че, выпал с этого самого? С фургончика, что ли? О, бабулька. Анжела, 48 лет. Взрослая студентка? И что там было написано? Эй, есть там кто? Эй, Дэниел, это вы? Джон, как хорошо. Дэниел. Тейлор, ты в норме? В норме. И мы, кстати, тоже целы. Ну, как вы там? Сойдет. Ничего криминального. Эй, Джон, знаете, почему мы разбились? Не точно. Похоже, водитель пытался объехать что-то на дороге. Кстати, он с вами? Нет, не видели. Странно. Здесь его тоже нет. Можете сюда забраться? Подъем крутой. Но я вижу тут тропинку. Класс. Идите по ней. Выведет к дороге. Встретимся там. Хорошо. До встречи. Началось, блядь. Тейлор, помогите поднять Эндрю, пожалуйста. Стоп. Я ничего не помню. Кто вы? Не страшно. У вас сотрясение. Я Джон, ваш профессор в колледже. Мы ехали на экскурсию в автобусе, вот не доехали. Аварий в программу не входит. Пошутил. Найдем остальных... И помощь. Можете считать это упражнением на закалку характера. Нажмите нужную кнопку. Чуть не обосрался. Образец командной работы. Мне снился сон. Такой реальный. Нас окружал огонь. Жуть. Видно, ты нехило по башке огреб. Тропа, которой пошли остальные, ведет на дорогу. Встретим их там. Я останусь здесь. Зачем уходить? Я останусь здесь. Чем уходить? Давайте это обсудим. Уходить глупо, удобнее подождать у автобуса. Нет. Просидим тут всю ночь. Лучше будет найти остальных и всем вместе пойти в город. Поищем там вернуться помощь. К мусору. А где водитель? Должен уже вернуться. Он да. Как раз поступил разумно. Пошел в город за помощью. Спасать пошел. И не вернулся. Мало ли, куда он пошел. Может, ему по башке прилетело, и он пошел в другую сторону. Что ж, ладно, оставайтесь здесь. В принципе, я может пойду быть, один. Курс изменен. Эй, профессор! Он ведь профессор? Не помню. Пойдем вместе, не хочу ждать один. Думаю, он прав. Лучше держаться вместе. Мой тоже не болит. Наверное, покрытия нет. Или ты денег забыл положить. У тебя это после аварии? Наверное. Что это, шрам или что это? Удушье? Охренеть. А я за бабу играю, да? Ну да. Что за муха профессора укусила? Shift ускорится. Что-то она ничего не ускоряется. Он заслуживает уважения. Он не догоняет, что от книжных знаний здесь толку нет. Он очень много о себе понимает, ведет себя, как будто он главный. Ля, а мышка двигать нельзя, только руками. Пф, бред. Ей дверь смотреть. Использовать, а что использовать? Вверх-вниз, назад, вперед. Вот так вот. Добро пожаловать в Little перечеркнуто. Оставь надежду. Оставь. Abandon. Пипец. Вы о нем слышали? Little Hope. Нет. Нет. Да ты думаю. Жил там, ёпты. Вы должны знать о Little Hope. Как мне отсюда выбраться? Где я должна была... слышать? Где я должна была о нем слышать? Серьезно, это историческое место. Это очень любопытно. Ёпты. Откуда вы все это знаете? Я ведь преподаватель, читаю книги.
Не то что вы. Тоже начинается. Да вы прям Эйнштейн. Все ваши знания есть у меня в смартфоне. Вот только сигналы, они вам недоступны. Да, мышка не крутится. Это печально, конечно. Рад вас видеть. Наконец-то. Все в порядке? Да. Мы любовались видом. Ясно. Вы не особо торопились. Я волновалась. Ну, конечно. Угу. На воротах цепь. Не пройти. Поищите. Может, мы сможем чем-то сломать ее? Сработает? Монтировка. Против лома нет приема, если нет другого лома. Я буду толкать отсюда. Готов. 3, 2, 1. Давай! Нажмите S. Вот дерьмо! Так не S. Ржавая, держится хорошо. Еще разок. 2, 1. Давай! Вот это я понимаю. Молодцы оба. Не пойму ничего. Там написано S, а тут написано вообще другая кнопка. Что за прикол? И что теперь? Я же сказала, что хочу ждать у автобуса, а не идти в город, как говорит Джон. И мы уже все это обсудили. Вот только не со всеми. Проголосуем? Все уже решено. К чему это? Вы не главный. Одно то, что вы профессор, не делает вас главным. Мы все взрослые. Но некоторые взрослее других. Боже. Извините, но на споры у нас нет времени. Ты же останешься со мной? Ну... Что-то он не горит желанием. Если хочешь мне что-то сказать, вперед! Джон прав. В городе мы быстрее сможем найти помощь. Довольны? Ну да, как скажете. Немного манер. Это просто. Охренеть. И по пути ты обливала Тейлор грязью. Что она говорила? А ты всегда за спину парня прячешься? Попробуй сама за себя постоять. О-о-о, назревает люля-кебаб. Он не мой парень. Шутишь? Он не мой парень. Что ты ей там наговорил? Вообще ни слова. Что ты лезешь не в свои дела? Мы только зря теряем время. Может, пойдем, пожалуйста? Я все еще не уверена, что идти в город – хорошая идея. Я останусь у автобуса, а вы делайте, что считаете нужным. Может, подождешь со мной? Я поддержу профессора. Нам стоит сходить в город за помощью. Ладно. Ну, а ты? Может, вернемся к автобусу? Я думаю, в городе у нас больше шансов получить помощь. Ладно. Ну же, Тейлор, не бросай нас. Оставаться тут в одиночестве – плохая идея. Идем с нами. Обо мне не беспокойтесь. Я поймаю первую попутку и скоро за вами заеду. Первая попутка. Идем с нами. Шутите? Никуда я с вами не пойду. Пока. Минус один. Что? И я в другую сторону шла. Ага. У вас все же проснулся здравый смысл. Ты вернулась? Странно. Это бред какой-то. Совсем в облаках витает. Хватит дурью маяться. Идете или нет? Туман. Стой, ты чего? Тейлор? Берегись! Что за... Что происходит? Ты же идешь назад. Я не иду назад! Я все время шла в одну сторону. Я типа, не знаю, не могу уйти. Ладно, знаете что? Пойдем все вместе. Мы пришли оттуда, значит, сможем туда вернуться. Угу. Очень прошу, держитесь рядом. Не туман. Отставайте. Туман не дает выйти. Хотите, да? Чтобы мы гуськом шли? Silent Hill. Ладно, ладно, иду. А где этот звук? И понеслась. И обратно вышли. Ага. Признаю, это немного странно.
Немного? Не немного. Это невозможно. Как я и говорила, это ловушка. Отсюда не уйти. Что Хватит. Нам делать? Успокойтесь, дышите. Что с голосом? Тут должно быть разумное объяснение. Может, мы погибли в аварии? Да, хорошая теория, но я уверен, что мы по-прежнему живы. Вы вроде писательское мастерство преподаете, не метафизику. Я знаю, кто во всем виноват. Это все из-за вас и этой дурацкой поездки. Мы застряли в этом Little Hope. Вы забываетесь. Я не мог знать, что автобус перевернется. Я не виноват. Хватит херню нести! Следите за тоном! Я пытаюсь понять, что происходит. Так же, как и вы, и все остальные. Давайте, наверное, простите, да? Да. Простите. Не понимаю, что происходит. Я не могу понять. Все, как ты сказал, мы застряли в кошмаре. Тише. Все будет хорошо. Мы вместе найдем выход. Кто-нибудь думает, что справится лучше? Ну, вперед! Может, это глюк? Нам нужно выбраться. Давайте сосредоточимся. Немедленно. На тренировку. Черт. Можете все заткнуться. Так мы не найдем помощь и не выберемся. Он прав. Взаимные обвинения ни к чему не приведут. Нам надо действовать сообща. Спасибо. Используем логику. Туман отделяет нас от автобуса. Но между нами и городом тумана нет. Значит, пойдем туда. В чем смысл? Удаляться от автобуса! Смысл? В автобусе нет ничего, что может нам помочь. Ну, а да. В городе будут люди, телефон, что-нибудь. Больно признавать, но он прав. Кроме долбанного города нам больше некуда идти. Вот и договорились. Ты уходишь? Куда это ты? Давай, пойдем с ними. Пока все не поймем, надо быть вместе. Да иди, у тебя он уже тоже придавил кто-то. Откуда синяк? Ерунда. Наверное, после аварии. Нет, это удушающий. Если ты не в курсе. Так, а ну сюда зайдем, да, пацаны. У нас это есть, все есть. Что-нибудь есть. Интересно, ее точно перегреют? Для машины. Блин, не управляется мышка. Еба, что это сзади было? Кошка. Ух ты, блин. Пистоль. Чё ж так пугать? Чуть не обделался. Тут сзади есть, да? Кто-то был сзади, стопудово. Так, тут ничего нету. Блин, чё нельзя мышкой двигать? Для вообще ничего. Ой, ё-моё, это ты тут шаришься. А эта машина не? Не. По крайней мере, я увидел, что есть пистоль где-то. Ладно. Пошли дальше. Что там такое? Почему ты сказал, что мы умерли? Думаешь, это возможно? Что-то я оборачиваюсь. Что мозг какое-то время работает, когда ты... А, о, правую там... мышь зажимаешь и крутишь. Забудь. Там все, не очень понятно. Правдоподобно было. Необычно, конечно, но все же понятно. О, кошка это. Чуть тебе башку поверни нормально. Не нравится мне это место. Здрасте. Не уверена, что это хорошая идея. Надо проверить. Бля, для коней. Внутри может быть телефон. Для лошадок это стоило. Это. Я зайду и осмотрюсь. Давай. Мы за тобой. Почему мы не идем с ними? Я знаю, что-то не так. Ты сказала, я не твой парень. Типа, что за тупая идея? Ты серьезно?
Автобус в смятку. Мы застряли в тумане, а тебя волнует, у кого какая роль? Ты считаешь, что на роль парня я не подхожу? Ну и кто я тогда такой? Ладно. Расслабься, ты же знаешь, я просто шучу. Вообще-то это не было похоже на шутку. Да хватит уже. Кислая мина тебе не идет. Хреново ты о нас думаешь. Не знаю, что тебе сказать. Может, она и была права. Давай, ладно, забьем. А может, тебе старушки нравятся? Раз тебе так важно, что она говорит. Я правда пытаюсь с тобой по-хорошему, но это сложно. Если хочешь, чтобы я воспринимала тебя всерьез, держи себя в руках, а не устраивай истерику. Зажми ее там где-то в уголке, да и все. Вы в порядке? Да, в полном. Не приезжал. Лесарь какой-то рызанет его. И кровь все выпьет. Сейчас какой-то звук, сука, будет. Фух, твою медь. Чтоб тебя 300 раз. На ночь такие приколы, вообще не прикольно. Света нет, да? Эй, здрасте. Забор покрас тесущий, да? Простите. Не прощу. Мы ищем водителя нашего автобуса. Чё? Видели его? Да это Детройт. Что? Что с этим туманом? Он странный. Да, сегодня затянуло. Затянуло и не дает уехать. Да, знакомое чувство. Вы тоже тут застряли? Извините, что так ворвались. А наш автобус перевернулся неподалеку отсюда. Мы еще слегка не в себе. Мы конкретно не в себе. Да, заметно. Я Винс. Мне б зеркало. Интересно, есть тут хоть одно непокрытое вековое? Тут поможет выпивка. Спасибо, нет. Джон Бар. Нужно мыслить ясно. Блэк Текет. Ну, оставлю тут, если что. Я пас, и я бы не отказался. Я бы не отказался. Вкус изменен, шикарно. Выпил все труп, да? Вам не стоит сейчас пить. Это не пойдет на пользу. Я в порядке. Выпивка моя все. Зачем приехали? Литл Хоуп уже не тот, что прежде. Что здесь случилось? Что вы тут делаете? Да, что здесь случилось? Что здесь случилось? Все выглядит заброшенным. Литл Хоуп похож на город-призрак. Туман этот. Жизнь идет так, а мы иногда стоим. Тут есть телефон? Тут есть телефон? Нам необходимо связаться с внешним миром. Телефон есть, но давно не работает. Может, где в городе есть подключенные? Да что с ним не так? Есть в нем что-то странное. Он безобидный, просто выпил лишнего. Осмотримся. Должно же быть здесь хоть что-то полезное. Может, и найдется. Вмазал лишнего. Я вам не мешаю? Да нет, я собиралась тут осмотреться. Неважно. Дрочки, дартс. Может, круги привести. Смешно. Я хоть пытаюсь выход найти, а ты чем занимаешься? Сыграем немного, а потом подумаем, как отсюда выбраться. Давайте большой дабл и... Я не новичок, Дэниел. Целюсь в дабл двадцатку. А где эта двадцатка? Не понял.
Используйте, чтобы прицелиться, нажмите. Ну, кидать. А где двадцатка? Не понял. Алло. Да ну на. Это плохо. Ладно, что-то вы можете. Ну еще бы. Предыдущее было такое. Теперь выделялось. Удвоение двадцатки. После такой ночки это почти олимпийский рекорд. На олимпийских в дартс не играют. Офигенный бросок. Капец. А вы лучше, Тейлор? Давайте вернемся к нашей цели. Почему нету это самое? Не выделяется, не показывается ничего. Что за бред? Любопытство, прикольно. Так, ладно, на сегодня все. Всем спасибо. Подписывайтесь на канал, пишите комментарии, ставьте лайки. Переходите, смотрите там дальше новые серии, части. Точнее, старого. Да, старого прохождения. Все, всем спасибо, всем пока. Слава Украине. Всем спокойной ночи.